Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня к нам в студию Московского Педагогического Государственного Университета имени Владимира Ильича Ленина пришел хорошо известный вам гость. Это доктор исторических наук, профессор Московского Государственного Гуманитарного, Гуманитарного Университета, известный общественный деятель, политик Николай... Николаевич Платошкин, Здравствуйте, Николай Николаевич, Здравствуйте, Евгений Юрьевич, спасибо за приглашение. Да, Николай Николаевич уже давненько у нас не был, но это во многом связано с жестким, я сказал бы, графиком его поездок по регионам, создание нового движения за новый социализм. Мы обязательно об этом сегодня поговорим, Николай Николаевич. Но ну я думаю, что начать нашу беседу вот в преддверии нового года, подводя итоги как бы уходящего года, следует все-таки вот с хорошо известного господина Федорова, многолетнего депутата Государственной Думы, с которым мы имели, так сказать, неудовольствие да, пообщаться на одной из радиостанций. Дело в том, что, я думаю, этот разговор принципиально важен не применительно к господину Федорову как таковому, а к тем идеям и к тому движению, которое он возглавляет, поскольку и по моему глубокому мнению, и по мнению... Николая Николаевича это в чистом виде провокации, которая уводит людей от настоящей борьбы за свои права. То, что у нас в народе называют наводить тень на плетень, поскольку пресловутые желание изменить только две статьи Конституции и перевернуть нашу жизнь, это в чистом виде шарлатанства никакого отношения к реальной борьбе это, конечно, не имеет. Я вот думаю, чтобы людям показать э, истинное лицо этого самого движения НОД и его лидера, мы как раз вот часть нашей программы и посвятим этому вопросу. Николай Николаевич, давайте еще раз нашим людям объясним, что такое Конституция, раз, какое отношение имеют Конституции, собственно говоря, вот те позиции, на которых настаивает господин Федоров на отмене там 13-й, 15-й статьи и ряда других статей, почему он так рьяно... Я в кавычках беру это слово борется за проведение референдума, хотя можно, например, по нашей Конституции создавать конституционное совещание для изменения Конституции. Однако Государственная Дума уже многие-многие годы, с 1997 года, я напомню, отклонила все законопроекты, а их было не менее четырех штук о создании этого самого конституционного совещания хотя через институт этого самого конституционного совещания вполне можно изменить конституцию и сделать это гораздо проще и быстрее, чем через тот же пресловутый референдум. Вот если можно, давайте поговорим об этом. Ну, мне кажется, господин Федоров, член фракции «Единая Россия», фракция «Единая Россия», две трети голосов в Государственной Думе. То есть, по нашему законодательству, она может конституцию изменить вот хоть, хоть сейчас, они это делают. Но как? Федоров и им подобные продлили себе полномочия. Они раньше избирали Госдуму на 4 года, сейчас на 5. Президенту вместо 4 на 6. То есть меняют, что хотят -то. Не меняют то, что не нужно. Вот почему Федоров говорит, что статью 15 Конституции изменим и жизнь расцветет. Люди же говорят, почему мы так плохо живем. В чем дело? Почему пенсионная реформа принимается, налоги на граждан постоянно повышают? Он говорит, дело все в Конституции. Вот она Американская. То есть если мы вот, вот эту вот статью поменяем, у тебя возникает, ну меняй. Но дело, конечно, не в этом. Да? Вот что, собственно говоря, гласит статья 15, которую они хотят поменять, но почему-то не могут, я не знаю, вот кто-то им мешает. Первое. Там написано, что Российская Федерация, ну условно говоря, соблюдает общепризнанные принципы международного права. Вот. У нас есть свои законы, а тут какие-то общепризнанные принципы международного права сверху. Значит, я хочу сказать, что Федоров и им подобное, ну, Федоров-то по злому умыслу, а одурачные а им люди по глупости, они сепаратисты и негодяи. Почему? На каком основании, собственно говоря, Крым вошел в состав Российской Федерации? Это хорошо, что он вошел, мы все за. На основе принципа права нации на самоопределение. Этот принцип, считаем мы, так как Крым вошел в наш состав, выше Конституции Украины. Ведь Украина что говорит? А почему, собственно говоря, этот референдум проводился не по украинским законам? Ведь у нас не предусмотрен, говорят они, референдум в рамках Украины и отдельных областей. Что говорим мы? Что есть принцип международного права, который выше Конституции Украины. И этот принцип, кстати, господин Федоров мозги компостирует, он закреплен в уставе ООН. Вот об этом Устав ООН мы подписали. Дальше. Есть еще один принцип нерушимости границ, на основании которой, кстати, мы боролись против сепаратистов на Северном Кавказе. Это принцип принцип. Так значит, если эти люди против таких принципов международного права, они а против территориальной целостности Российской Федерации, то, значит, они и есть американские шпионы. В чем они нас обвиняют? Дальше. Вторая часть статьи 15, написано, что международные договора и соглашения Российской Федерации. Превалирует над внутренним законодательством России. Такое... Ратифицированное, Ратифицированное имеется да. да. Такое было в основах законодательства Союза СССР 1961 -го года в Конституции СССР 77 -го года, которую, видимо, по мнению гражданина Федорова, тоже писали, наверное, американцы. Причем это тоже принцип международного права. Да, причем, смотрите, он абсолютно во всех конституциях есть, и он логичный. То есть, вот страна заключает с кем-то договор, Россия. Она, во-первых, делает это добровольно, нас заставить никто не может. И договоры заключаются, если они нужны. Но если не нужны, мы и не заключаем. Дальше. Такие персонажи, как Федоров, депутаты Госдумы, обязаны ратифицировать это заключенное Россией соглашение. То есть, что такое ратификация? Придать ему статус закона России. Без этого оно вообще не действует. То есть, если Федорову не нравится, и же с ним там это соглашение. Не надо за него голосовать, не надо его ратифицировать. Дальше. Я Дальше. прошу прощения, вот в качестве примера. Ну, например, есть устав Союза независимых государств. Украина до сих пор, будучи одним из учредителей этого Союза, да, не подписав устав, не ратифицировал его. То есть он, с точки зрения внутриукраинского законодательства, не вступил в законную силу, значит, не обрел силу внутриукраинского закона. Вот и все. Да? Дальше. Вы можете выйти из этого договора, если он вам вдруг потом там разор. Конечно. Как из любого. То есть в любом договоре, который Россия подписала ратифицированно, обычно есть такая фраза, что Договор там заключен, например, там, на 5 лет и автоматически продляется еще на 5, если одна из сторон за 6 месяцев до окончания срока действия не уведомит другую, что она там не будет выходить. Ну вот договор по ракетам. Да, американцы вышли из договора по ПРО. Мы тоже можем выйти из любого договора по ракетам средней и малой дальности. И, наконец, я хочу, чтобы люди поняли, почему эти договоры международные, ратифицированные Россией, должны быть выше внутреннего законодательства. Например, вы российский гражданин, вы поехали, ну, предположим, там, поездку в Италию или в Испанию, не суть важно. У нас с этой Италией, Испания есть договор, мы предположим, обзаимной помощи в правовых делах. Ну, не дай бог, с вами там что-то произошло в Испании, ну, я не знаю, там, в ДТП вы попали, или а еще. Вас посадили в кутузку и, как сейчас говорят, народ шьют вам дела. Значит, если договор у вас, у нас с Испанией есть, они обязаны по договору выдать вас в Российскую Федерацию. А теперь представим себе, что Испания говорит, да, у нас с вами договор есть, но у нас вот есть внутренние законы, деревня там, Красная Лапоть. Вот они с нашей точки зрения гораздо выше, поэтому плевать мы хотели на договоры между Испанией и Россией. Ну вот вы сами подумайте, вам от этого что лучше будет? Поэтому вся эта болтовня федоровская, она освоится действительно, как прав Евгений Юрьевич, к тому, что просто отвлечь население от борьбы там, против пенсионной реформы и так далее. Я прошу прощения, здесь еще важно вот что подчеркнуть. Вот господин Федоров частенько говорит о том, что они не могут что-либо сделать с Конституцией, пока не получится соответствующий сигнал, как он выражается, от народа. Я прошу прощения, но когда вы увеличивали себе срок полномочий увеличивали срок полномочий президенту, когда вы меняли порядок формирования той же Верхней палаты Совета Федерации, ну и так далее, и так далее. Вы вносили соответствующие изменения в Конституцию, не получая никакого сигнала от народа. Зачем тогда вам здесь нужен сигнал? Так Федоров от... дошел до того, что он сказал, что якобы народ просил <сёк> их провести пенсионную реформу. Да. Ну, наглость какая-то просто, я не знаю, там зашкаливается. Ну, со мной в дискуссии он вообще договорился до того, что Путин вообще никакой властью не обладает, что он является лишь координатором, что реально страной управляет какая-то болгарка, представительница МВФ, правда, фамилию он ее не помнит, ну и прочий всякий бред. И люди на это покупаются. Более того человек, который называет себя юристом и работает в Государственной Думе уже 20 с лишним лет, не знает, что у президента страны по Конституции есть отлагательное вето. Существуют два вида вето. Абсолютное вето, когда отклоненный законопроект больше не рассматривается, не надо писать новый законопроект, и отлагательное вето. Президент страны обладает этим вето. В этом случае на паритетных началах Госдумы и Совет Федерации создают согласительную комиссию и преодолевают это вето двумя третями голосов обеих палат парламента. Вот он даже таких элементарных вещей не знает. Я думаю, что, да, что, что он знает. Что он нарочно об этом. Ведь его же тогда спросят? А чего вы не меняете Конституцию? Да. Он скажет: да, президент там не подпишет. Врет, конечно, да. Чисто. Да, да, да. И вот, к сожалению, мы об этом специально заговорили, потому что вот чтобы уберечь наших сограждан людей, которые, в общем-то, мало понимают, я прошу прощения, но так оно и есть, вот во всех этих хитросплетениях, юридических хитросплетениях законодательства, верят э, на голубом глазу этому многолетнему члену «Единой России». Более того, он говорит, что он является одним из учредителей «Единой России», что это партия народа, и что, дескать, они, будучи представителями этой партии в Государственной Думе, принимает все решения, в том числе повышение пенсионного возраста, только исходя из интересов народа. А, ну, Николай Николаевич, ладно, мы оставим этого персонажа и его движение в стороне. Я думаю, те, кто хотели нас услышать, они услышали. И поговорим о вашем движении. Тем более, что оно набирает обороты. Я знаю, что вы уже не первый месяц ездите по регионам, находите в своем таком плотном графике время, чтобы общаться с людьми, летать и в ближние, и в дальние регионы. И вот э, это движение, оно обретает уже плоть и кровь. И вот если можно, давайте мы поговорим об основных программных установках вашего движения, потому что многие вас обвиняют в том, что, дескать, Платошкин — это популист, очередной кремлевский проект, который вылез как черт из Ладана или черт из табакерки и умеет только языком болтать, что никакой у него программы, реально альтернативной программы нету. И вот с тем, чтобы развеять вот эти очередные, так сказать, сплетни, мифы и, ну, прямо скажем, наветы, давайте мы поговорим именно об этом. Ну, мы вчера как раз собирались с нашим штабом движения «За новый социализм» отмечать Новый год, и что-то задались вопросом, а когда все началось-то? И вот решили день основания движения отмечать 29 января, потому что в этот день у нас появился протокол нашего первого собрания. Значит, то есть нашему движению еще вот 11 месяцев примерно. Причем серьезно мы начали вообще заниматься набором людей и организационной структуры где-то, наверное, с мая месяца. И мне, я считаю, что успехи у нас такие, что я, честно говоря, их сам просто не ожидал. У нас сейчас через сайт, вот у нас есть сайт социализм.ру, ну и плюс до этого мы просто через мои ресурсы в социальных сетях проводили набор сторонников на добровольной, естественно, основе. У нас около 35 тысяч сейчас сторонников в 75 населенных пунктах Российской Федерации. Причем я хочу подчеркнуть, это не группа поддержки вот в чатах, там, У -у -у. Да, где люди нас поддерживают. Это вот реальные люди на земле. Живые, которые проводят агитацию, которые распространяют программу, которые организуют наши поездки, встречи с людьми по стране. Ну вот, скажем, если вы посмотрите мою соцсеть, там вы увидите благодарность тем, кто организовал, например, поездку недавнюю в Новосибирск. Там десятки людей, я их вот всех реально вижу. То есть мы вторая по величине сейчас левая партия в России после КПРФ. Это уже признано. Значит, мы сразу после новогодних каникул вместе с коммунистами приступим к работе. Потому что, знаете, вот эта вот вся болтовня, там, все эти чтения, там, изучение марксизма, все это достало людей уже. Мы будем делать единые списки кандидатов на выборы 2020 года, на губернаторский муниципальный и на выборы в Государственную Думу 2021 года, которые состоятся в сентябре. Мы сделаем единые штабы, мы сделаем так, чтобы кандидаты были самые лучшие, вне зависимости от, от, от партийной принадлежности. И я не регистрирую свою партию только по одной причине. Я не хочу вносить в раскол в левое движение. Мы пойдем как мы говорили с Геннадием Зюгановым, единым народным фронтом левых сил. И меня ничего другое, кроме как смены власти в стране мирным законным путем через выборы в 2021 году, не интересует. Вот те, кто изучает марксизм, разбирает там споры Бухарина там, не знаю, с Зиновием и прочее, это невольные соучастники того, что творится сейчас с нашей страной. И пока они там будут этими спорами заниматься, страна может просто рухнуть. И я всех призываю, во-первых, вступать в наше движение, быть готовым к тому, что вы будете кандидатами или наблюдателями на выборах, потому что теоретизированием и валянием дурака вот мы не собираемся заниматься. Движение у нас абсолютно на добровольной основе, что бы там все не трепали про проект Кремля. То есть люди либо сами сбрасываются вот на какие-то мероприятия, как, например, на празднование 140-летия Сталина, либо мы проводим стримы, я стал проводить платные стримы только с октября, потому что мне, как до этого, было, честно говоря, неудобно mm -hmm. этим заниматься. Но ну, вот, воспитан по-другому. Ну, огромное спасибо всем людям, которые присылают нам деньги. Не суть важно, 40 это рублей, там, тысячи. Мы понимаем, что мы оппозиционное движение, что люди у нас небогатые. Но идти в кабалу, в услужение какому-то бизнесу, чтобы проводить их интересы, мы не собираемся. Mm -hmm. А скажите, пожалуйста, вот если речь идет о основных программных установках, например, в сфере экономики, в сфере социальной политики, в сфере политики. Вот на чем можно остановить глаз, условно говоря, и что принципиально отличает вашу программу, например, от программ других партий? И насколько реализация этой программы? Ведь очень часто говорят, да, на бумаге написали красиво, но насколько это реально реализовать вот в конкретной практической жизни? Вот если можно, прям по пунктам. Значит, вот если мы говорим об экономике, о об чем эконом... идет речь? Ну, мы старались делать свою программу максимально конкретной. Вы понимаете, народ даже, я бы сказал, огорошен несколько. Они говорят, а где же там рассуждения о характере классовых сил? Да нет, не будет этих рассуждений. Никогда. У нас, я проработал все-таки на государственной службе большую часть своей жизни. Я готовил законы, проекты, и, ну, вообще все бумаги, которые существуют в Российской Федерации, я как-то это делал. То есть, например, экономика. Чего боится наш президент, уважаемое его правительство? мы предлагаем прогрессивную шкалу налогообложения, которая есть абсолютно во всех странах мира, работает, кроме Российской Федерации. У нас уж когда проводили пенсионную реформу, помните, что Путин сказал? У нас нет денег. И мы попытались нам изучить вопрос введения прогрессивной шкалы, говорит Путин. Ну, что-то у нас там не получилось. Не, не надо. Мы от Путина цифр не слышали. Что мы предлагаем? Если человек получает 25 тысяч рублей или меньше, ну, с, с э, инфляцией эта цифра будет расти. Он mm. не платит подоходный налог. Как это в Америке есть? В Америке бедные люди, налоги подоходные не платят. Мало того, им еще государство mm -hmm. доплачивает. Эта цифра меняется каждый год в США, и мы это хотим сделать. Ну, в зависимости от роста цен. Дальше. Обычная вот наш подоходный налог, который сейчас 13%. Мы предлагаем 10%. Потому что люди, извиняюсь, получающие 30 тысяч, например, да, для них это серьезно. Ну и, наконец, самые богатые. Здесь можно дискутировать о том доходе, там, 150 тысяч рублей в месяц, например, да, или, может быть, даже больше. Они платят 20 процентов. Я хочу подчеркнуть, а в Америке люди платят богатые 35 процентов, в Германии 39 даже в Норвегии, в стране богатые, в общем, где есть нефть, 22 процента. То есть наш еще проект, он самый такой щадящий, грубо говоря, потому что мы считаем, что Россия страна богатая, и мы все это можем сделать. Дальше экономика, налог на вывоз капитала 2%. Меня многие спрашивают, а чего? У нас же народ, видите, говорит, да давайте там, я не знаю, 80% сделаем. Видите, если мы с вами, друзья, делаем большие налоги, ну их просто никто не будет платить, это обычная вещь. Но сделайте вот мне подоходный налог 95%. Я что, на доходы свои буду показывать? Почему цифра 2? В Бразилии так. Бразилия, к сожалению, друзья, по уровню экономического развития сейчас не, не то, что с нами сходно, она нас еще и, к сожалению, уже во многих вещах превосходит. Мне, как советскому человеку, это, конечно, больно говорить, но кто бы сравнивал СССР с Бразилией? Ну, угу. смешно, да? Ну да, да. Сейчас да. То есть мы брали это оттуда. Дальше, что мы еще предлагаем? Если человек отработал 15 лет в Российской Федерации и платил налоги и взносы в систему социального обеспечения, Через 15 лет он имеет право на перевод на его личный счет части от ренты на добычу полезных ископаемых. Мы добываем нефть и газ. Мы продаем это за доллары, за границу. Государство берет пошлину. Ну а почему, собственно говоря, не поощрять тех людей, вот, которые честно работают, куда-то все это платят? Вопрос, где это есть? В Норвегии. Норвегии. На Аляске есть, которую наш славный царь кавычках, Александр II, тоже большой либерал, продал американцам за 7 миллионов 200 тысяч золотых долларов. И это... там странным образом чуть ли не сразу началась золотая лихорадка. Да, то есть на Аляске примерно вот каждый житель, ну тоже вот как мы предлагаем, он имеет от продажи нефти где-то около 100 тысяч долларов на личном счете. И я еще раз говорю, мы должны людям это в долларах переводить. Почему? Не потому, что вот Николай Николаевич такой популист, а потому, что мы за доллары эту нефть-то продаем. Продавали бы за евро, в евро. Продавали бы за рубли, в рублях. Вот это, например, конкретные меры, которые мы предлагаем. Да, и народ шарахается, у, что у вас прям цифры конкретные есть. Именно, понимаете, вот эта болтовня в программе. Давайте поднимем сельское хозяйство. Ну, Вы да, хотите, да. чтобы я вот это все писал? Чтобы потом, значит, если мы приходим к власти, мне говорят, а вот вы что выполнили? А я бы сказал, а мы ничего и не, не обещали. обещали. А здесь, например, можем ли мы ввести систему подоходного налога? Да она у нас была в 90-е годы. Такая уже была. Почему, если она была и в других странах есть, почему не можем? Да. Здесь? Причем нам все время говорили о том, что мы дескать, не можем администрировать якобы сбора технологов, но у нас сейчас говорят о том, что налоговая служба чуть ли не самая лучшая. Но раз у нас создана такая налоговая служба, которой можно ставить пять за ее работу, то, пожалуйста, вот создан механизм администрирования этих налогов. Почему-то, например, налог на самозанятых пошел по стране гулять, Быстро. его администрируют. Например, Платон, налог тоже ввели, быстро администрируют. В чем проблема администрирования, например, повышенной ставки да ни а, налогообложения? В ни в чем. Это все отговорки. Тем более я вот видел буквально на днях заседания соответствующего комитета, где коммунисты как раз вносили законопроект, связанный с повышением вот этого самого налога на самых обеспеченных, и партия «Единая Россия» под абсолютно надуманным предлогом взяла и прокатила этот законопроект. Причем, опять-таки, ссылки шли на то, что администрировать сбор этих налогов нельзя. Во всех странах можно, можно, только у нас нельзя. Да, только у нас нельзя. А если речь идет, например, о социальной политике, вот на какие бы ключевые моменты вы бы обратили внимание, когда речь идет именно о программе вашей? Ну, естественно, первое, что мы сделаем, мы отменим пенсионную реформу, для которой нет вообще никаких оснований, ни экономических, ни вот действительно даже гуманных. Но если у нас в Рязани средняя продолжительность жизни мужчина 65 лет, ну как можно делать человеку пенсионный возраст 65 лет? Что за свинство? Когда они нам приводят в пример, вот здесь они Запад приводят в пример. Вот когда мы Запад приводим в пример в качестве прогрессивной шкалы, это невозможно. А вот пенсии, вот во Франции, да, 62 года, например, мужчин и женщин. Да, но там средняя продолжительность жизни 83 года. То есть человек живет на пенсии еще 20 лет. По науке называется возраст дожития. Так вот, у нас что получается? Человек платит, платит, платит социальные взносы в пенсионный фонд и спокойно умирает. Государство это все себе прикарманивает. Нет, этого мы не допустим. Если у нас действительно не на бумаге повысится там, жизнь, вы знаете, как в Словакии делается, там каждый год пересматривается на полгодика, причем в разную сторону, и туда и сюда, пенсионный возраст. Они замеряют, ну, предположим, но ну, не растет продолжительность жизни. Все снижают. Значит, растет, но это на полгода происходит. Это не то, что там, знаете, пять лет там... Они же вытащили у нас из кармана по миллиону рублей ориентировочно, да, заставив нас работать еще пять лет. Значит, это можно делать, да, это администрируется, это все законно, прекрасно и нормально. А когда мы говорим, что мы это отменим, ой, это революция, Революризм. это вообще, это народ там... Хотя будет... у поляки, например, Снизили у них да, теперь сейчас... Вот Я пенсионы. спросил поляков, говорю, ну а как у вас так получается, у них же нет ни нефти, ни газа, у нас же все орут, бюджет этого не выдержит поляки, знаете, мне что сказали? Они, мы, говорит, заставили крупный бизнес платить то, что им надо платить. Ну, то есть, навели вот порядок как раз налогообложения. Там сети, например, были продававшие горючее, которые уходили от налогов. Ну, можно, значит, если хотеть, правильно? Угу. Мы а отменим есть... ЕГЭ, вот что нам, э, так сказать, с Евгением Юрьевичем близко, так как мы и преподаем, и все. Потому что, ну, ЕГЭ это не экзамен, это угадайка когда, условно говоря, в каком платье Наташа Ростова была-то на первом балу, вот кого это должно интересовать? Мы должны проверять ум человека, способность понять, что написано, грамотно изложить, формировать его мировоззрение. А тут ему дают тесты какие-то глупые, он там какие-то галочки как ставит. Как звали лошадь Вронского. Да? Да. Или а это... даже индустрии уже, как пройти ЕГЭ есть целое, Да, Вот репетиторы не учат людей знанием, там, умением, а просто вот, вот это попадется... Причем вот, это миллиардные вообще обороты. Вот, кстати, да. вы вдумайтесь, вместо того, чтобы вот эти миллиардные обороты шли действительно на повышение уровня образования, на оснащение наших школ, вузов, техникумов современным лабораторным оборудованием, изданием действительно нужных учебников, пособий и так далее, миллиарды рублей, если не долларов, да, они уходят в тень, по сути дела, и вращаются в около, так сказать, научно-преподавательской среде. Кормят тысячи и тысячи бездельников, в прямом смысле этого слова, особенно репетиторов из молодняка, да, которые с самих пор учить правильно писать слово «мама», а потом на гора, понятно. И плюс эта система, кстати, создала внутреннюю коррупцию и в целом ряде самих вузов. Потому что они там, помимо сдачи ЕГЭ, устраивают еще и внутренние экзамены. Mm -hmm. И вот там зачастую в своих же внутренних экзаменах возрождают ту систему коррупции, которая была испокон веков. Понимаете? То есть главный посыл, что ли, введении ЕГЭ уничтожение коррупции, он рушится как карточный домик. Я уже не говорю о том, что. ЕГЭ никоим образом не способствует, например, тому, чтобы лучшие там представители из регионов там поступали в лучшие вузы страны. Я помню просто, вот, например, свою даже студенческую группу и хорошо знаю, что у нас учились ребята из Владимира, из Нальчика, из Чебоксар, из Черкас, из э, Таллина, из Баку. Это что, не весь Советский Союз? Да, у меня МГИМУ учились люди с Донецка. Шадринск, это город Курганской области, с Комсомольска на Амуре, с Московской области. Да, конечно, да. Поэтому все вот эти вот э, абсолютно липовые причины, слово причины я беру в кавычки, введение ЕГЭ, они не выдерживают абсолютно никакой критики. Я считаю, что подавляющее большинство людей и родителей, и учеников, и особенно представителей учительской общественности и профессорско-преподавательских кадров выступают за отмену ЕГЭ, потому что все, буквально все, кто преподает, особенно в высшей школе, признают, что идет колоссальная деградация интеллектуального потенциала нации. А это же научные школы, а научные школы — это оборонка и все остальное прочее. Это технологический прорыв, к которому нас так часто призывают. Ну вот технологический прорыв. Недавно был в Новосибирске, там, где господин Сердюков, помните такого министра обороны, бывший директор мебельного магазина, рассматривает вопрос о закрытии старейшего завода авиационного вина Чекалова. Там когда-то производились Ан-2, вот известные наши кукурузники. И сейчас они мне показывают новый кукурузник, вот корпус такой же, только, знаете, вот носик, и двигатель другой. Я говорю, а двигатель чей? Они говорят, американский, 70-х годов. Я говорю, а, а своих нет. Понимаете, это вот мой кукурузник сейчас над которым все смеялись, и который там в 1947 году совершил свой первый полет, и который в Китае до сих пор производится по нашей лицензии. Мы сами не в состоянии это сделать. Вот вам результаты ЕГЭ. Угу. Зато там тоже весь город забит какими-то презентациями, там, PowerPointами проектами. Вот это вот, вот пустота, наведение, знаете, в круги на воде. Чей на плече. Да, в результате обычные инженеры... Рабочие вот, мастера своего дела, они все изгоняются, потому что они этой власти не нужны. Угу. Ну и вот если а, закончить вопрос о социалке, а, как признались а, руководители нашего правительства, тот же Дмитрий Медведев, та же госпожа Голикова, у нас первичным звеном в здравоохранении катастроф. Она даже выразила, что это просто сказал. Да, да. Вот что мы опять предлагаем. Опять можно сказать, например, так, движение за новый социализм обеспечить качественное здравоохранение. Вот что все остальные партии говорят. Мы считаем, что в чем корень зла системы здравоохранения, что она у нас страховая. То есть что это означает? Ну, смотрите, друзья, с меня, с вас, с тех, кто работает, берут взносы в фонд обязательного, подчеркиваю, слово медицинского страхования. То есть вы не можете не платить. ОМС, Дальше. так называется. ОМС. После этого вы думаете, эти деньги куда идут? в больнице, госпиталя, что ли, поликлиники? Нет. Они идут в частные страховые компании. После этого вы, например, заболели, не дай бог, приходите в больницу, вы застрахованы. Значит, больница вас обслуживает и счет отправляет в страховую компанию. А те говорят, а мы считаем, что Спицын или Платошкин, они как быки здоровые, и мы вам не будем это компенсировать. Вот вы сами подумайте, если вы страховщик, любой там авто, автомашин, и у вас ДТП, например, произошло, но страховщик любой заинтересован. По в том, природе. Да, чтобы с вас взять как можно больше, а вам дать потом компенсацию как можно меньше. Они на этой разнице, собственно Конечно. говоря, живут. Поэтому отсюда вот эти грабительские вещи, лежать в больнице не более 10 суток. Не смог выздороветь, ну и пошел отсюда. Что тебя еще тут держать? Вот это свинство, когда э, скорая или кто-то говорит, сколько вам лет, там, 75. И вы еще типа лечиться хотите? Да вы что вообще? Потому что зачем мы будем их лечить? Они, мол, и так уже в гробу. Я это все в Америке видел своими глазами. Когда они мне, мы пытались застраховать там, сотрудников нашего генерального консульства, и те говорили, свыше 50 лет не будем страховать. Зачем нам это рухли? То есть задача застраховать здорового, чтобы он просто По башлял деньги, деньги каждый день, и ничего ему взамен желательно не давать. Или, ах, он курит, не, мы его страховать не будем. И причем, от чего они нас там пытались застраховать? Я таких болезней -то даже не знаю. Какие-то там тропические и прочее. Я говорю, а вот зубы, инфаркт. Нет, это не входит. Я говорю, а что же у вас входит? Детский полиэмилит. Я говорю, вы что, дурака-то валяете? У нас, говорю, сотрудники здесь все уже. На люди. Да? Говорит, вот у нас есть список. То есть, то же самое происходит. Что мы должны сделать? Мы должны эту страховую прослойку паразитическую убрать чтобы здравоохранение, как и в советское время, финансировалось из бюджета. Да, мы платим налоги, да, и все. Вот Конкретно бюджет обслуживает поликлиники, без этих паразитов, которые себе на зарплаты какие-то там тоже сумасшедшие Да, делают. и потом навести порядок вообще с зарплатами в тех же больницах и школах. А что-то не получается, да? Вот Дмитрий Анатольевич Медведев говорит, что это сложно. А то там, получается, это руководство этих больниц, поликлиник и школ получает сотни тысяч рублей, а основной персонал, врачи, медсестры. А это же специально Конечно. делается. Это, вот смотрите, например, оклад у врача или учителя, он маленький. А премии и все остальное, усмотрение руководства, схема, да, да, да. будешь вести себя прилично, да. дадим. Не будешь, мы тебе такую жизнь устроим, что будешь сидеть вот, вот отсюда. Они заставляют учителей фальсифицировать выборы. Да? По принципу, ну, те, кто работает в избирательной комиссии, будешь бухтеть, ну, мы тебя посадим вот, вот на такой оклад и сиди там, соси лапы. Конечно, мы это должны убрать. Причем, вроде-то Путин признает, а Медведев говорит, тут надо подумать. Недавно... Надо отдать должное. Министр экономики Орешкин, вроде незамеченный там большой любик народа до сих пор, заявил, что вот бедных надо освободить от подоходного налога. Вот, собственно говоря, что мы предлагаем. Получается, Орешкин что тоже популист. Его поддержал глава ВТБ Костин даже. Медведев. Ну тут надо подумать, тут надо взвесить. То есть... Пенсионную реформу они не взвешивали. Угу. Налог на, на грибы и ягоды в стране. Понимаете, как они называют, налог на дикорос это бред. Но вот мы с Евгением Юрьевичем все-таки что-то изучали. Вот я, когда изучал римское право, там принцип какой: все, что человек не создал, с него налог не берется. Из-за этого, например, водоемы да, в свободном доступе, водоемы что, медведев прорыв, воздух, что ли? В воздух, лес. Потому что даже в римском праве, знаете, как было, что если там скотина в лес убежала, она уже, так сказать, ничья, потому что лес ничья, его никто там специально... Нет, здесь уже грибы и ягоды, блин, вообще. Здесь бы я еще добавил бы, что надо, конечно, кардинальным образом пересматривать и современный кодекс законов о труде или трудовой кодекс, условно говоря, да, где существует норма, во-первых, что заключаются срочные контракты, надо вернуть старую советскую систему заключения бессрочных контрактов, а не подвешивать наемных работников на этот крючок. Надо убрать норму, что любой контракт может быть расторгнут досрочно, без объяснений каких-либо причин и так далее, и так далее. К сожалению, вот этот трудовой кодекс, который был введен в 2005 году, он серьезно подорвал интересы значительной части наемных работников. А профсоюзы, которые, как вы знаете, все эти постперестроечные годы возглавляет господин Шмаков, они только сидят и опекают то наследство, которое досталось им от Советского Союза. Имеется этого большой навар, но никоим образом не защищают реальные права наемных работников. Ну, То есть назовем просто издулись. желтый профсоюз, желтый. как раньше назывался, да, который прикольный администрации просто является фактических подразделением. Подразделением, да, или фиговым листком, который прикрывает э, собой вот э, всю э, пропасть и все проклятие этой буржуазной системы, да? Николай Николаевич, а вот если говорить о политической составляющей вашей реформы, я имею в виду, речь идет, конечно, о посте президента, о федеральном собрании, то есть Госдуме и Совете Федерации, как вот формировать их, да, и, например, о системе там губернаторской власти, и о так называемом теневом правительстве, если можно, вот под конец нашей беседы поговорить именно об этом. Ну, то есть тоже ведь ничего нового, видите, я работал за границей, мы эти дела специально изучали. Значит, срок президентских полномочий будет сокращен с 6 до 4 лет с возможностью однократного переизбрания, как в Америке. Почему? Потому что я считаю, если человек за 4 года ничего не может сделать, то он за 6 тем более ничего и не сделает. И во Франции, кстати, ну там, правда, пятилетний срок. 4 хватит. Да, вот, да. скажем, Госдума, как и раньше, 4 года, 5 не надо. Кстати, в Америке, я могу сказать, Нижняя Палата, ну аналог нашей Госдумы, избирается года. на 2 года. Да, да. И там, знаете, как эти депутаты шуршат, я это просто вот по себе знаю. Потому что если ты за 2 года себя не показал, все, Понимаете, большой привет. Сайт Федерации должен, конечно, избираться напрямую, как это и было до 2000-х годов, только из тех людей, которые прописаны в этом регионе, живут, что-то там делают, чтобы люди сами их избирали. У нас а кто представители? Ну, Все москвичи, Из Москвы, нек... из Питера. Они там некоторые вообще даже Ни не бывали, по-моему. Ну или приехали там. Помните, ну, например... Нарусова была от Тувы, Да, Нарусова, Да, -да, -да, -да. Ну, ну Это ярчайший пример. Связь Нарусова и Тувы, она какая-то. Хотя, какая -то, хотя -то. я вспоминаю, когда в годы перестройки ее муж Собчак кричал и говорил о том, что у нас типа в парламенте Тувинец Власов и Якут Воротников. Издевался, типа, Издевался ну. над ними, понимаете? А его супруга Кто? ну и так далее. Дальше, значит, борьба с коррупцией. Можно, конечно, написать в программе просто, ее там за борьбу с коррупцией, а кто против-то? Что мы предлагаем? Во-первых, коррупцию должны разбирать независимые суды. Значит, суды должны избираться населением, как это было при советской власти, и как это сейчас в Америке и происходит. Дальше. Любой выборный чиновник, судья, депутат, президент, по истечении половины срока его полномочий люди имеют право собрать подписи, провести референдум и отозвать его. Вот вам борьба с коррупцией. Если человек будет понимать, что его могут убрать в любой момент, но не в любой полсрока надо дать ему поработать, чтобы посмотреть, что он из себя представляет. Вот видите, это абсолютно конкретные меры, которые у нас уже либо даже были, но либо в других странах они так и есть. Ну, естественно, избирательные комиссии, одни должны формироваться исключительно из людей, никак не связанных с государственной администрацией, не работающих на госслужбе, только общественные организации и все. Ну, иначе, какие у нас выборы, вы сами знаете. Да, или можно подумать над тем, чтобы избирательные комиссии, территориальные и участковые, избирались на паритетных началах представителями тех партийно-политических структур, ну, можно так, которые нет. участвуют в выборах. Хотя, чтобы был реальный контроль, так сказать, друг за другом, условно говоря. Потому что доверие, конечно, ко многим избирателям... Но ну, в любом комиссии... случае, вот смотрите, если даже, предположим, какая-то партия номинирует в комиссию государственного служащего, это должно быть исключено полностью. Ну, конечно. А то сейчас то так и происходит. Вот посмотришь избирательную комиссию, там какой-то дятел, представитель, я не знаю, какой-то там молодежной организации, ему уже седой такой молодой человек, выясняется, работает в администрации. Ну, а формально он представитель там какой-то ну, женской, молодежной, не знаю там что. Да, Николай Николаевич, но вот время нашей программы, к сожалению, уходит. Вот последний вопрос. Я всегда как бы задавался этим вопросом. Дело в том, что, на мой взгляд, оппозиционные Политики и оппозиционные партии всегда проигрывают значительную часть голосов, поскольку они действительно не могут выставить, условно говоря, альтернативную линейку своих лидеров, которые могли бы в случае победы занять реальные правительственные посты. Это вот то, что в западной европейской и вообще в западной культуре политической культуре принято, то есть оппозиционная теневое партия всегда имеет теневое правительство, и люди знают, что в случае победы этой партии этот человек будет премьером, этот будет возглавлять МИД, этот будет возглавлять Министерство обороны и так далее, и так далее. И тогда люди бы гораздо более осознанно шли бы и голосовали за представителей той или иной партии. А как вы вот э, считаете, насколько это? необходимо, насколько это надо пробивать именно вот на выборах, там, условно говоря, ближайших выборов в Государственную Думу, и кого бы вы могли назвать вот уже в качестве возможных кандидатов на какие-то вот эти важные государственные посты. Списано могу назвать. Чтобы вы не думали здесь, друзья, что вот сидит тут, знаете, передача, знаете, как кукушка. Кукушка хвалит Соловья за то, что Соловей кукушку. Смотрите, что вот была у нас объединительная такая конференция левых сил. Вот Евгений Юрьевич там тоже присутствовал 21 декабря там были представители КПРФ, нашего движения, Левого фронта, других организаций, было принято решение в феврале уже представить на суд граждан проект альтернативного народного правительства, который, да, в случае нашей победы на выборах 2021 года в Госдуму, потому что иначе мы никак не сможем прийти к власти, он будет реализован. Я, кстати, очень всех прошу, друзья, кто нас вот сейчас смотрит, вы присылайте вот Евгению Юрьевичу нам на сайт, Ваше предложение по конкретным персоналиям, потому что мы, мы у нас тоже там не 7-5 не ну, волонтов. Да, да, да. И мы с удовольствием, по крайней мере, я вам гарантирую от нашего движения. Мы ваши пожелания постараемся учесть. И когда у нас в феврале правительство будет сформировано, ну тогда я надеюсь, что мы вас не, не разочаруем. Хотя, ну, поживем увидим. Да. Тогда можно будет с этими людьми, кстати, знакомиться уже да. более подробно. Может быть, даже кто-то из них придет сюда, чтобы люди его узнали получше, чтобы они могли задать а ему может, вопросы. Последнее, может быть, мы вот сейчас довольно популярным становится стрим. Мы пока к этому подходим, еще как бы в мыслях. Но уже у нас все больше и больше возникает убежденность, что что такую форму общения с гражданами, да, как бы заочную, но в то же время живую и прямую, надо практиковать. Я думаю, что после Нового года у нас э, на, здесь на канале МПГУ появится и такая форма общения с уважаемыми зрителями. Евгений Юрьевич упомянул Новый год, поэтому, дорогие друзья, соотечественники, от всей души мы вас поздравляем с этим Новым годом, желаем счастья, здоровья, надеемся, что Россия сделает в следующем году решительный шаг на пути социалистического развития. Да, спасибо, Николай Николаевич, за то, что вы пришли. Мы пообщались вот в эти предновогодние дни. Правда, может быть, сама эта программа э, выйдет уже после Нового года, но значит, эти поздравления будут адресованы уже к старому Новому году. Ну а с вами, дорогие друзья, присоединяясь ко всем пожеланиям Николая Николаевича, я вынужден в очередной раз раскланяться. Всего вам доброго, до новых встреч.